Начинается наше путешествие на крокодилов ферму. Черепахи на Кубе маленькие, миниатюрные. Самое интересное начинается здесь, ферма крокодилов. Крокодил. Скелет крокодила. А это яйца крокодила. Яйца. Интересно. Это крокодилы одного и двух лет, мелкие совсем, но зубы у них есть, вот так их разводят. Неподвижно лежат лежбище крокодилов. Можно наступить как на бревно. Ой. Да, да, да. Можно? Так, Артём, тебе сейчас кормить старый будет. Что, никто не кормит? Крокодилы могут находиться неподвижно очень много часами. Это отличные охотники. Они замирают и превращаются в бревно, которая не заметит ни птичка, ни даже человек может не заметить. Крокодил нападает неожиданно. Но, друзья, знаете, что как продукты, когда государство дают для нас по талону, они тоже дают по кормить только один раз в месяц. Конечно. Мясо. А как тебя зовут? А старый тоже может. Сколько здесь штук? А здесь? Примерно 60. Маленькие 30, 40 и большие 60, 80 лет. Может, все по доллару скинемся, покормим.
Что, отдаю? Да. Которому? Вон, маленькому. Маленькому. Ага. Его порвут. Он не заметил. Ой-ой-ой-ой. Осторожно. Он не заметил даже. Рыба-то, вот она. Они что, не видят рыбу? Не видят. Вон она лежит. Они ее даже есть не стали. Вот он. Где лежит? Вот напротив меня зеленый. Вот он залег опять. Прямо лег на эту рыбу. Спрятал, спрятал. Вот он, лапой наступил на рыбу. Все. Ну ладно, что? Не упасть открыто. Нет, они чувствуют, что она там, смотри. А, я вышел. Вот один. Ищет, ищет. Что, съели, нет? Нет. Вот, который... Вот. Счастливчик. Красавчик. Что, съели? Нет, он лапой наступил. Все, вот он. Движуха, движуха пошла. Вот они догадались, когда. Что это было, мол? Эй, гайс, давай, поживее. Счастливчик. Ну все, застыли опять. Тратите на меня лайки. Они туда заходят к ним, нет? Вы знаете, как вызвать? Да. Просто поставить там, что если хранить... Ну что ты? Блин, ну как можно? Ну рыбки, я понимаю, как бы, блин, да. Ну да. Здесь, на этой ферме, примерно 100 крокодилов. Точно никто не знает цифры. Картина называется «Залив». Залив. Питают их, кормят раз в месяц. И из человеческих рук они получают еду, кидают им с этого мостика курицу, рыбу, а все остальное время они добывают себе еду сами и могут находиться, без еды 3 месяца. Во всей своей красоте. Hola, amiga. Amiga, hola. Sí.